Друзья, мы в магазине на Невском проспекте. Это кондитерский магазин. Здесь очень большие скидочки. И вот я вам хотела показать. Смотрите, какие интересные бренды. Узнаете? Здорово, да? Трюфели с коньяком, горький трюфель с черносливом, с кокосом, с миндалем. Очень много разнообразия такой конфеток, которые не увидишь в обычных магазинах. Трюфель, малина, фисташки, кешью, без сахара написано. Так, а вот еще знаете, что есть? Апельсин без сахара. Трюфель с колумбийским кофе. Кому-то моя попа понравилась. Толканули. Чернослив шок. Бананы в шоколаде. Интересно, да? Так, есть конфеты тоже в коробках. На подарок халва тахинная, миндаль, ваниль, шоколад, 10% скидка. Так, конфеты не глазированные, ну то есть они как маленькие вафельки с корицей. Много-много конфеток. В коробках много конфет, большой выбор. Так, а вот смотрите, как интересно. Ильич! Конфеты. А, да смотрите, даже Путин есть. Трюфели президент называется. Трюфели Ильич называется. И вот даже Владимир Ильич Ленин в детстве. И Юрий Гагарин есть. Сенатская площадь. Так, и есть Исаакиевская площадь. Вот она, наша площадь. Написано «Адмиралтейский кораблик». Что-то новое, да? Кораблик так неплохо выполнен рисунок. Ну, что тут интересного еще? Так, трюфели Катарина Херц. Так, царские классические. Изображение Петра Первого, портрет. Ну что там еще? Трюфели адмирал. Вот они, адмирал, да? Давайте посмотрим. Вот они. Вот так написано, адмирал. Абсент. Ну, так интересно, да? Трюфели царские, круглые, классические. Такие любили члены царской семьи, я знаю. Я не знаю, чем они отличаются, но вот они разные. Так, перейдем к следующим. Ириски фруктовые. Счастье. Сколько стоит счастье? Вот такая цена счастья. Коробочка в счастье. Так, и тут конфеты «Белые ночи». По сходной цене 390 рублей за килограмм. Так и ничего. Кардамоном, корицей, изюмом. Миндаль, белый шоколад со смородиной. Ну, как интересно. Смотрите, есть красный цветок. Есть Матильда. Миндаль.
коньяк, фундук, лесной орех. Ой, так много всего. Так здорово. Так, а вот тут мы не посмотрели. Смотрите, витринка какая. Тут ассорти, вот крупская, 290 рублей коробочка. Ну, нормальная цена. Я смотрела у нас, тоже в Невском дешевле не возьмешь. Мишка на севере за 100 грамм 125 рублей. Ой, чуть не обманула. Белочка есть 115 рублей за 100 грамм. Так, а что тут еще есть? Конфеты в стране лилипутов. Ой, 100 лет не видела я этих конфет. Вот они, 65 рублей за 100 грамм. Так, ну и давайте посмотрим вот эту витринку, самую интересную. Под названием «Счастье». Сколько стоит счастье? Скидка 20%. 200 такие подарочные наборы. Шоколадный трюфель 330 рублей. Ну, по разным ценам тут все. Чисто на подарок, да? Так, коробочки вот 140 грамм с арахисом 720 рублей шоколад. Ну, есть разные. Есть вот трюфели, я смотрю, ассорти 670 рублей. Есть вот такие вот трюфели, 350 рублей коробочка, там не знаю сколько грамм. Вот такие есть вот, сердечко такое, красота, да? Счастье. Есть ангелочек вот такой, счастье. Счастье, ангел. Да, ну разные, в общем. Счастье, все счастье. Я так уже не буду, вот так покажу. Вот коробочка такая тяжелая. Так, стоит она 1650. Ну, в общем, вы поняли, что хороший магазин, что можно сюда приезжать, когда это нужно. В крайнем случае, всегда можно что-то купить. Смотрите, вот. Очень много подарочных наборов. Очень много. Смотрите, какие они красивенькие. С настроением все сделано. Да? Темный марципан с гранатом. 450 рублей написано. 10% скидка. Ну, в общем, что-то купить можно. Добрый вечер. На весь ассортимент 10% проходит на продукцию фабрики 120. Ну, вот эту сейчас немножко снимем. Так, это, так я понимаю, чай, спас. Вот, здесь, ну, разные, с разными этими самыми рисунками. Исаакиевский собор. Петр Первый здесь. Спас на крови, ну, в общем, всякие разные. Я тут стою в неудобном, люди ходят туда-сюда. Так, покажу быстро вот так вот. Так, и вот верхнюю посмотрим, очень красивое. Оформление замечательное, просто замечательное. Так, и вот цены, да, видно. Не так уж и, я вам скажу, дорого. Скидка на всю 10% сегодня. Так, ну, всем всего доброго. Всем конфетного счастья, воскресного настроения. Пока-пока.